Программа национального телевидения «Чувашия. День перемен» в списке лучших детских телепрограмм России. В Ярославле прошел международный фестиваль «Свет миру. Дети». «День перемен» — это реалити-шоу, в котором дети меняются местами с родителями. Идею программы придумали наши юные коллеги, потому что очень хотели почувствовать себя взрослыми и оказаться на их месте. Жанр реалити-шоу очень популярный, рейтинговый, но и сложный в реализации. Члены жюри конкурса «Свет миру. Дети» дали несколько советов, как сделать программу еще интереснее, например, использовать при съемке больше маленьких камер для новых ракурсов. Итог фестиваля – серебряный диплом и море вдохновения для новых выпусков. Кстати, принять участие в съемках можете и вы, если, конечно, ваша семья дружная и смелая.